В День России 36 подросткам, которым исполнилось 14 лет, выпала честь получить паспорт в торжественной обстановке из рук губернатора Омской области Виктора Назарова. Каждый из вас сегодня подошел с определенными успехами для того, чтобы быть в этом зале. Вы получаете главный документ для каждого гражданина России – паспорт. Самая главная ваша задача сегодня – это хорошо учиться и получить достойную профессию. Для того, чтобы вы своими достижениями могли приумножать богатство и значимость нашей страны. Ваша главная задача сегодня быть достойными гражданами нашей России. Я хочу пожелать вам удачи, благополучия, чтобы вы всегда оставались такими же креативными и, безусловно, достигали новых успехов, не останавливаясь на том, что вы достигли сегодня. Вы нужны нашей Родине, вы нужны нашей Омской области. Право получить главный документ гражданина Российской Федерации именно в этот день юноши и девушки заслужили своими успехами в учебе, спорте и общественной деятельности. Конечно, я чуть-чуть волновалась. Ведь получение паспорта является первым шагом во взрослую жизнь. Гордость от того, что я сегодня стала полноценным гражданином страны, переполняет меня. Я считаю, что получение паспорта – это важное событие. Ведь этот документ – символ гражданства. Он вызывает чувство гордости за принадлежность к своей родине, земле, на которой я родилась. От нашего поколения зависит возрождение России. Став гражданином, я приложу все силы, чтобы наша страна процветала. Буду беречь свою родину, приумножать ее богатство и славу. Виктор Назаров пожелал ребятам дальнейших успехов, а также выразил благодарность их родителям, которые пришли поддержать своих детей в столь значимый и волнительный момент в их жизни. Огромное спасибо родителям за то, что вы воспитываете достойных детей, которые сегодня проживают у нас на территории. А еще раз хочу сказать, они нужны нам для того, чтобы вместе двигаться дальше. Это волнительный момент не только, конечно, для дочери, это первый паспорт в ее жизни, но и для меня, потому что... Во-первых, День России, который символизирует единство нашей страны и нашего народа. А во-вторых, наша дочь выросла, стала взрослой и уже готова к выходу в новую и взрослую жизнь. Помимо паспортов, каждому из ребят на память об этом событии вручили издание Конституции Российской Федерации.